Всех приветствую на канале 99 Level, с вами Андрей. Королевство Таиланд. Тут проживает почти 70 миллионов жителей. Но у больших городских агломераций крайне мало. Расселение страны равномерно. Таиланд – одно из наиболее экзотических уголков планеты. Королевство, где чтят и исполняют не только светские законы, но и буддийские нормы. Его называют страной улыбок, благодаря гостеприимным и веселым местным жителям. Ну что, друзья, предлагаю разобрать эту страну на 10 самых больших городов. Хотя больших агломераций тут не найти, но в целом кое-что есть. А еще в этом видео будет огромное количество крутых буддийских храмов. Если вы готовы, погнали! 10 самых больших городов Таиланда. Паттайя – один из самых популярных курортов страны. Сюда приезжают любители экзотического отдыха, поклонники теплого моря и красивой береговой линии, ценители необычных азиатских достопримечательностей. Ночная жизнь в Паттайе насыщена и разнообразна. Самые пикантные дискотеки проходят на известной Волкин-стрит. Популярным местом является ферма орхидей, остров Колан и сад Нонгнуч. Население города 119 тысяч жителей. Хонгхен. Этот город больше интересен бизнесменам, а не туристам. Туристы чаще всего приезжают сюда в консульство Лаоса и Вьетнама для продления визы. Из достопримечательностей примечательна пагода из 9 ярусов. Фрески на первом этаже изображают основание города Хонгхен. С верхних этажей пагоды открывается прекрасный вид на искусственное озеро. Население города 120 тысяч жителей. Чианг Май – крупнейший город севера Таиланда. В городе расположено одно из крупнейших тайских высших заведений – Чиангмайский университет. Здесь находится также один из религиозных центров Французского института Дальнего Востока. В Чиангмае имеется около 300 буддийских храмов. Население города 125 тысяч жителей. Удонтхани. Удонтхани – последний сколько-нибудь крупный город перед лаосской границей. Он расположен в долине реки Луанг. После выхода американских войск, размещенных здесь во время Вьетнамской войны, многие ночные клубы и бары Удонтхани закрылись. Здесь приятно пройтись по рынку, а недалеко от города, к востоку, находятся интереснейшие археологические раскопки – деревня Чианг. Население города – 130 тысяч жителей. Сурат-Тхани. Расположение около крупного морского порта делает Сурат-Тхани главным коммерческим центром страны. Но он будет интересен и путешественникам. Заповедный парк Каосок известен даже за пределами страны. В его тропических джунглях обитают слоны, обезьяны, тигры. В окрестностях города много старинных буддийских храмов. Артефакты некоторых храмов достигают возраста тысячи лет. Население города 130 тысяч жителей. Нагхарат-Часима. Также город носил название Карат. Этот город и местность вокруг интересны наследием древней кхмерской культуры. Самым почитаемым монументом в этом городе является статуя Таосу Ранари. В городском музее хранится коллекция статуй Будды, выполненных в разных стилях. Магазины города славятся изделиями из шелка высочайшего качества. Население города 147 тысяч жителей. Хатьяй. Национальный состав города необычен. Храмы этнических китайцев соседствуют с конфуциальными святилищами, буддизмом и исламом. В городе часто проводят колоритные ярмарки, на которых можно приобрести уникальные товары по доступным ценам. Также в городе много массажных салонов, в которых предлагают и эротический массаж, а на дискотеках устраивают пикантные представления. Население города 159 тысяч жителей. Ну вот, друзья, города больше 200 тысяч. Нонтхабури находится недалеко от Бангкока и является частью его агломерации, частью Большого Бангкока. Нонтхабури лежит на берегах реки Чаобхрая. Он так же, как и Бангкок, сильно наводнен и заболочен. Через его площадь проходит множество каналов, ручьев, среди которых располагаются жилые дома и другие здания. Населенный пункт окружают красивые фруктовые сады, парки с экзотическими растениями. Среди достопримечательностей города выделяют парк скульптур Салакиоку, старинную ратушу, аквапарк Фантазия Лагуны и заповедник Бангвангчанг. Население города 255 тысяч жителей. Сирача. Город на юго-востоке Таиланда, в провинции Чонбури, расположен на восточном побережье Сиамского залива, в 120 километрах к юго-востоку от Бангкока.
центр одноименного района. И известен он больше всего как место рождения одноименного соуса. Население города 327 тысяч жителей. И первое место, естественно, столица Бангкок. Столица Таиланда, разбросавшая свои шумные кварталы вдоль восточного побережья Чаобхраи. Недалеко от ее впадения в Сиамский залив. Высокотехнологичный, сотканный из миллионов огней и такого же количества противоречий, переполненный людьми и теряющимися в облаках небоскребами, этот азиатский мегаполис производит впечатление гигантского муравейника, растворяющего в себе все, что в него попадет. Население города 5 миллионов 394 тысячи жителей. Что же, друзья, у меня на этом пока все. С вами был Андрей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарий, какой город вам показался самым интересным. А я с вами прощаюсь, и главное, друзья, берегите себя. Всем пока.